Самые сконцентрированные, самые точные 70 спортсменов-стрелков со всей России выясняли на Алтае, кто круче. Охотник, конечно, я с детства еще с отцом ездил, с друзьями потом. Всегда нравилось стрелять. Ну а когда попробовал, в принципе, спорт, именно занятие спортом, а не просто стрельба по стрелушке, соответственно, конечно, меня он увлек. С виду спорт размеренный. Участники же говорят обратное. Здесь и драйв, и скорость. Просто нужна подготовка и даже репетиция трассы. В эти выходные в Калманском районе прошли вторые всероссийские соревнования по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. Этап за этапом спортсмены целились и в статику, и в движущиеся мишени. Я так понимаю, по вашей реакции, что трасса непростая. Ну, конечно. Потому что двигается. Да нет, очень хорошие динамичные упражнения позволяют сосредоточиться. Надо думать ни о чем, только о цели. Это вот позволяет отвлечься от повседневной жизни, от работы, от всего. Один из организаторов соревнований, Барнаульский патронный завод, предоставил саму площадку и патроны тоже. После февральских событий, когда экспорт закрылся, предприятие взяло новый ориентир. В Сибири, в отличие от Центральной России, этот спорт еще не развит. Патроны являются спортивными. Вот. И мы в номенклатуре выпускаемой продукции, делая акцент именно на развитие практической стрельбы, выпускаем целую линейку патронов для спорта. Патроны презентовали в рамках соревнований. Еще одной новинкой стало гладкоствольное самозарядное ружье и пистолет Лебедева, созданный на смену Макарова. Он отличается несколько большими габаритами, но при этом его емкость в патронах практически в два раза больше, и патрон практически на 50% мощнее. Вместо 8 патронов 14 предназначен для скрытого ношения правоохранителями. Подержать новинку в руках захотели и те, кто с оружием на глубокое «вы». Что вы так напрягаете руку тоже? Никуда не выпалит. Это расслабьте. Теперь вот эту руку кладем вот таким образом. Локти чуть-чуть разведите в сторону. Вот так. И плавно нажимаем. По итогу соревнований золото в классе «Стандарт» уехало в Красноярск, в классе «Серийный» – в Москву, а по карабину пистолетного типа – в Челябинскую область. У алтайских спортсменов есть стимул тренироваться. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.